Всем здорово, народ, просили гайд на Абадона. В общем, смотрите, давайте пробежимся немного по способностям, как обычно, и перейдем к практике. В общем, смотрите, первый спелл это у нас Death Coil. Если мы его применяем на enemy, то enemy продамажит на 250 хитпоинтов. Если применяем на союзника, то союзника у нас хилит на 250 хитпоинтов также. Но этот спелл наносит нам damage. Чуть позже объясню почему. Наносит он на 150 damage. То есть, так сказать, мы жертвуем своими хитпоинтами, чтобы захилить или продамажить. Это первый спелл. Второй спелл. Касаемо второго спелла, ребят, у нас все просто. Мы накидываем вот такой вот щит. Можем накинуть на себя, на союзника, на тиммейта, на крипа. Не суть. Мы накидываем этот щит, и этот щит впитывает у нас определенное количество дэмэджа. Равное 200. Колдаун у него 6 секунд у этой способности. И 15 секунд висит этот щит. По окончании этот щит наносит дэмэдж. То есть, если, в принципе, или сбили этот щит, он нанесет дэмэдж. Или если он просто щит это заканчивается, он тоже нанесет дэмэдж. Также этот спелл снимает негативные бафы. На 83-й карте у аппарата он снимает ультимейт, снимает всякие различные яды. Дум не снимет, ребят, не снимет. Ну, некоторые способны. Ну, реально, яды, вот яды может снимать спокойно. В принципе, очень хороший спелл. В принципе, все по этому спеллу. Поехали на следующий спелл. Касаемо третьего спелла. Третий спелл прикольный. Когда мы атакуем, у нас загорается такая способность. Мы получаем повышенный move speed и attack speed. Attack speed будет равняться у нас 40% и 15 move speed бонусного мы получаем. Плюс мы замедляем enemy, ребят. Замедляем enemy на 20%. Очень хороший спелл. Действует как на ближних, так и на дальних крипов. Просто когда мы подходим, наносим damage, крип возбуждается и начинает бить быстрее. Прикольный спелл. Касаемо ультимейта, ребят. Ультимейт у него очень простой. Если же мы хапаем damage, хапаем, у нас остается мало хитпоинтов. Если у нас остается хитпоинтов меньше 400, ульт включится автоматически. За это переживать не нужно. В общем, смотрите, что у нас делает ультимейт. Когда у нас мало хитпоинтов или просто когда нам нужно вовремя подтанчить, заблочить дэмэдж, нажимается ультимейт, и как видите, хитпоинты у нас восполняются. Вот такой вот ульт Абадона. По скиллам мы прошлись. Я объяснил, что делает каждый спелл. И давайте перейдем к практике. For the Lich King. What is it?
Frostmourne hungers. Finally. This is more like it. At last. Frostmourne hungers. At last. Frostmourne hungers. At last. Finally. You will know endless words. This is more like it. Frostmourne hungers. Finally. This is more like it. Finally. This is more like it. At last. Frostmourne hungers. This is more like it. At last. Finally. This is more like it. Finally. For the Lich King. Frostmourne hungers. At last. Glory to the Scourge. This is more like it. No one orders me around. I'll make sure you suffer. At last. Finally. This is more like it. You will end this fight. For the Lich King. Frostborn hungers. Finally. This is more like it. Frostborn hungers. This is more like it. At last. Glory to the Scourge. Frostborn hunger. More words? Red lightning. What are you now? This is Die. No one orders me around. Our brethren town is under attack. Frostborn hungers. Finally. No one orders me around. СПС, иду на базу. Как приняли. Speak, fool. At last. Frostborn hungers. Finally. For the Lich King. Your pain shall be there. Боже, ух, этот ультимейт. This is more like it. Frostborn hungers. Town is under attack. This is more like it. Уф, я и забыл, что идет запись, ребятки. Заигрался, сижу уже второй раз, пытаюсь записать, но первый раз за меня попались 4 типичных мудака. И просто провал. Просто проиграно. Решил в этой катке пойти через Мидас, не знаю почему. Походу, такой кайф какой-то. Собрал Мидас. И буду пробовать игру через Мидас, хотя мог пойти через... через фейзы, но такое себе, решил просто пойти через Мидас на экспу, давить будем, давить на экспу. Возьмем сейчас сапог, сапогом будем более маневреннее. Нет, сапог не возьмем, потому что там у нас сапог поехал в другую страну. Блин, был бы сапог, я бы его уже убил бы. Челика этого. Бегает вокруг тавера, мне кажется, это ошибка, что он опять побежал на тавер. Господи, это какая-то насильственная смерть, можно сказать. Просто насилую на этом Абадоне. Ну, вторую игру так стою. Алхимика в прошлой катке просто изничтожил. Но там оказалось проблематично немного с тиммейтами. И, к сожалению, луз. Есть у нас фейзы, все, идет курьер. Заряженный, сейчас будем убивать.
два раза быстрее. Есть вариация у нас сейчас забрать тавер. Сейчас ката ударит и будем бить дальше. Ага, найс. Ультимейт сбил нам таргет. Все, найс. Погнали на топ, наверное. Хилимся, живем. Хилимся, живем. Абузерские войды. Я бы такой бы хускарчика бы принять на 30 секунд до того момента, как у меня откатится ульта. Такой си на самом деле. Есть у нас вот эта способность. Отлично, погнали. Погнали войда. Сейчас закинем в крипа большого медас и поехало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ладно, окей, next. Боже, почему он такой быстрый? Я не могу на Фейзахора догнать. А, я понял, меня все кинули и пошли дальше. Понял, принял. Так, точно. Так, точно, ребятки. Да, да, да. Дай два. Хорош, додумался. Так, ну есть у нас, в принципе, все, чтобы драться. Вот так вот. Можно, в принципе, изи забычить, хускар отлетит сразу. Просто я тут боюсь, что мне никто не поможет, в принципе. А, ну боятся, они очень боятся, очень сильно боятся. Там еще есть Ларк. Так, на миде очень... Опа. Ну это надо будет тут юзать ультимейт. Ладно, давайте убегать будем. Я бы, в принципе, подрался, убил бы там, но я бы и сам умер. Оно того, по-моему, не стоит. По-моему, оно того не стоит. Пойдет. Пуч, молодец, выхукал, таки попал наконец-таки. Супер мощным хуком. Голем у нас там кидается. Ну попробую подсейвить, пацана. Нет, он неправильно пошел. Сейвить не получится. Го-го-го, я готов. Чего ты отменил? В чем проблема? Могли же, могли. Душим крипов. Кидаем мидас на эксп. Качаем дескойл. Фрифармит у нас Сларк. Фрифармит Войд. Фрифармит Хуск. Фрифармит Найкс. Надеюсь, Найкс у нас хороший будет. Надеюсь, будет нормой. Есть 1800. Пойдем мы в... У Радиенс, наверное. Один стопромах на 85-й карте. Один стопромах на 85-й карте. Есть ультимейт? Хорошо. Хорошо. Хорошо 2х, так сказать. Хорошо 3х. Еще и кату добил. Гоу сюда. Отлично. Тэшку заберем, будет прекрасно. Еще бы не лагать. Найс у нас. Я всех бущу прям с Фростморном. Начинает себя бить намного быстрее. Это такой кайф на самом деле. Просто одно мое присутствие уже очень сильно бустит моих тиммейтов как по мув спиду, так и по атак спиду. Давай, отлагивай уже, забирай крипа, не надо меда скинуть. Хорошо. Есть у меня ультимейт. Так, тпхнулся еще кто-то. Давайте, наверное, купим ТП и... Пойдем, может, погуляем отсюда. Ну я бы такой бы забрать бы тавер и уйти. Хуск.
Хуск, хуск, хуск. Я тут, в принципе, подфармливаю кэмп заодно. По кайфу. Сейчас уже до сакры до копейки остались. Сделаем сакред. Есть у меня ультимейт, пуджа не видно. Сларка пытается тут у нас убить, тут нет, вряд ли. Вряд ли Сларка убьют у нас тут. Ой, этот прыгает, это радует. Так, и заюзаем ману и пойдем на центр, ребят. Пора. На центре казну надо собирать. Хорошо. По идее, с одной тычки. Найс. Так, минус 25 секунд. Забираем на миду крипов и уходим в лес. Что-то далеко крипы, да, уже далековато. Надо уйти в лес сразу. Стоять под Т2 некомфортно будет. Найкс, помоги ему. Там фрифра ходит. А, ну Найкс армлет, он, в принципе, может изи убивать этих персонажей. Когда там будет Мидас через 6 секунд. Раз успеваем побить маленького фурболга. Хорошо. Отправили тем временем уже нашего курьера. Нашего курьера отправляем в магазинчик, чтобы он нам принес сакрет. Пока лагаем. Все, можно по тычке дать и... Вот так вот, все рассчитано, ребятки. Так, убивает у нас там Хускара, да, Найкс там должен грызаться, да, дает ваншот, ваншот. Если это можно назвать ваншотом, пойдем спустимся на руну, может там, глядишь, будет монетка. Нет, иллюзии. Ну, менее полезная руна, но... Можно эти иллюзии подтанчить под крипов, в принципе. Будет такой тоже неплохой эффект. Все, есть сакрет. Погнали на центр. Авойд на миде крипится. Нормально у меня. Буст идет хороший. А ладно, дай мне крипа просто побить. И дает мне. Добивать надо ставить тоже, ласт хитить, видимо. Бежали опять в лес, сейчас будет Мидасик. Мидасик, возьмем Раденс и начнем уже душить конкретно, уже будем идти по всем линиям. Будем уже идти по всем линиям. Будем идти по всем линиям и просто собирать со всех линий все. На топе как раз таки сейчас крипчики подойдут. Хорошо. Так, погнали на топчанский. Там две пачки крипа будет. Сейчас эта пачка будет драться. Еще одна подойдет, по идее. По мане, конечно, все плоховато пока что. Нам главное сейчас Радиенс сделать. Пока как-то без фрагов. Очень страшно. Вот она, вторая пачка крипов. Найс, вовремя. Дарит нам наш Радиенс. Главное всех крипов добить. Тогда будет у нас Радиенс. Хорошо. 100 копеечек и начнем душить. Кинем на себя щит. Все, есть у нас Радиенс. Начнем себе Радиенс. Можно еще ману закинуть и все. В принципе, ребят, сейчас начнем бегать. Амбаратором. Гоу, 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 гоу. Тут же фри кусочек. Мяско. Найс. Гоу, гоу, я захилю. Я захилю. Гоу, 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 гоу. Хорошо. Можно как захилить, можно и застилить. Как захилим, так и застилим, ребят. Тем временем у нас откатывается Мидасик, Good Tower. Good Tower, ребятки.
Кто-то нам манку повесил. Лол, смотрите, она нам не сбилась почему-то. Это как? Нас только что били крипы лесные, она нам не сбилась. Стойте, а если... Смотрите, она не сбивается. Это что за баг? Clarity Point. Вы видите этот прикол? Это как-то, короче, у меня багнулось. Лол. Неплохо. Not bad, как говорится. Подеремся. Больновато. Ребятки, надо ультовать. Можно больше тычек с под тавера хапануть. Все, найс, уходим. Пойдет ссор. Извинюсь перед тем этим, потому что очень сильно забычили. Ребят, ну можно, в принципе, хоть и 85-я карта, но... Можно. Tread lightly. Ah, at last. What is it? Finally. И на Б пойдем. Монетка. Монетка. Гоуст купил почту. Прикольно. Наоборот, обороты набирает игра. Заберем тут быстренько крипчиков и убежим. Все. 3К у нас уже появляется, ребят. Просто сейчас можно сделать тоже что-то нам в спид. Я бы СПС. Вот эта команда, не то что в прошлой игре. Можно сейчас сделать, знаете, что, травела, чтобы быть более быстрыми. Более быстрыми сразу переобуться в тревела и башек. Или знаете что, сейчас баш купить, потом переобуться в тревела. Давайте, наверное, так и сделаем. У нас такой Абадон коровый будет. И можно будет сейчас задушить кого-нибудь. Пойдемте змея задушим какого-нибудь. Прям вот так. Побежали. Лич тут. Будем лича сейчас душить. Рубим деревце сразу. Так, лич у нас там заходит. Подых. Одна тычка только нам надо дать им в личу и все. И лич в таверну. Так вот сразу дебафим. Башек будет? Нет, башека не будет. Найс. Я думаю, тут изикат как ГВП. Просто. Машина на Абадоне. Машина. Очень много смида вывез я. Уж ничего не сделал просто. Там будет с Яшей. Дадим ему глиф. Пацан попотел с ластхитом. Хорошо, погнали в лесочек. Фуджика у нас там бедно, у него гоуст. Запиливай себя, там не умрешь. Ой, не умрешь, не выживешь. Так, стакаем крипов себе. Все, лич сказал, с меня хватит. С меня хватит, говорит. Ну нафиг эту игру. Но этим и плохо, что у них сейчас буст пойдет. Так. Отличная руна, кстати, для нашего персонажа, так как у нас есть Радиенс. Можем спокойно фармлять. Пошлем на топ одну иллюзию. Сами пойдем сюда и, наверное, по миду будем заканчивать. Такую небольшую игру. Иллюзия пошла у нас. Так, это у нас нанизу уже иллюзия. Хорошо. Хорошо. Гоутэшку. Ты куда, друг? No one
происходит тут что-то непонятное. Захиливаем нашего тиммейта. Сразу на низу умерла иллюзия, к сожалению. Опача. Захилим пацана. Чтобы все по-честному. Даем на себя щит. Поехал. Не смог я навязать на кого-либо. Бей. Бей, что надо. Так, вот этому пацану надо помочь. Я не пойду. Слишком тяжело будет там. Он прыгнет на Найкса, буду драться. Неужели я сейчас сдохну? Ай, ну подсейвить, ну чем-нибудь же как-нибудь. Боже, я так глупо сдох. Все в сейв, все в команду. И просто как даун сдох. Так не хотел умирать, если честно. Печально. Ну, минус мид, 23-я минута. Плохо. Так, 3800 на кармашке. Можно взять что-нибудь на attack speed. Например, Муншард. Сейчас мы возьмем, пойдем Муншард и... Ну тут умрет он сейчас. Боже, там Лотар появляется, пацан. На, просто так последний раз цапнул его. Ну тут надо боунс давать и кидать. Ой, в одного боунс. Отвратительно. Фит пошел, ребятки. Говори, глупец. Опа, какой хук профессиональный. Говори, глупец. И на низ сейчас побежим. Все, погнали на низ. Speak, fool. This is more like it. Finally. At last. Все, Лотар неуязвимость. Лотар равно неуязвимость. Так, стак надо, ребят. Like вот так вот берем. Тут еще раз берем. Нам главное, чтобы на Кирас сейчас хватило. На низу еще крипы. Вот они. И сейчас будет Кираса. Кираса, и пойдем заканчивать. Просто в трон. Там, походу, не хватит нам на Кирасу. Скоро полетело. Но придется ласт хитить. Хорошо, один крип и Кираса. С Кирасой будем уже жирные и быстрые. Хорошо. У Сларка Скади Лотар. Но с такими айтемами он может раздавать. Просто если настакает, и в принципе это будет жестко. Уже и в меня, и в меня. Ого. Ого. Я не думал, что меня так убьет, если честно. Что-то так я жестко нахапал. Что тут ничего мне не помогло, ни ульт, ничего абсолютно. Нифига себе, он мне чайником зарядил там пол хп. То очень я не ожидал, честно, что так сильно ударит. Не ожидал. Не ожидал. Думал, сейчас меня побьют чуть-чуть. Потом ультанул. Так, ну на Экса есть рейдж, я бы развернулся бы и полез драться бы. Ой, извиняюсь, ребятки. Найкс быстренький побежал.
Ну печально, я что-то умер вообще. Такое себе. Ой, Killing Spree, посмотрите на него. Просто профессиональный игрок в доту. Сразу ему такой, на. Он профессиональный игроки на Сларка. Что-то сколько там уже агилы. Ну он просто бегает. Он собирает агилы, сейчас обратно вернется в драку, опять пособирает. И он каждый раз с каждым приходом становится сильнее и сильнее. То есть это профитное такое движение на Сларке. Что как бы по кайфу. Блин, жесть, меня так чайник сильно ударил, ребят. Ладно, я так понял, там лучше туда не идти сейчас, ребят. Потом вместе пойти. Так, хватит лагать. Давай отлагивай. Как иногда хочется вот это разрыв соединения нажать просто и выйти и закрыться. А не вот это смотреть, вот это. Вот я стою на месте, вот я нажимаю, герой не ходит. Так, пошел первый срач. За то, что проигрываем. Самое хреновое, что там Сларка. Сларка, я люблю Сларком вс Абадон играть, потому что на Абадон это изи стаки. Стаки. Агилы, как вы понимаете. Вообще изи-изи стаки. Даже несмотря на то, что Сларк, ну, как бы не пробивает, но он просто настакивает и все. Абадон, как правило, сам по себе вообще ничего не делает в игре. Ну, не бьет ничего, там просто щиточки накидывает и все. Но тут как бы такой Абадон, как у меня, как бы он бьет. Причем может даже неплохо. Неплохим кором выходить. Я бы вообще зашел бы Рошу. И гем бы взял бы и пошел бы закончил игру Рошу, гем и ГВП. Рошу, гем и ГВП. Ну, мне нужны баши по КД на Рошан и все. Это будет все прекрасно. Сейчас будет топать. Он на Рошана кинул второй. Не люблю, когда башит Рошан под конец. Это напрягает, если честно. Пуджа появляется Гани, вы посмотрите. Пацаны решили ты камбэкнуть на самом деле. По миду просто. Боятся, пацаны. Ой, какой купол. Четверых-то просто, это ГГшка. Отвратительно. Но надо драться. Я не могу драться. Гоут выдал. Меня Сларк убивает в ультимейте. Найс, хотя бы Хускара убили. Так. Есть. Есть. Кого бьет? Выгрызаемся, пацана, упрыгивает. Надо пушить. Пушим просто, ребятки. Появляется у меня уже ультимейт. Забираем крипов пока что. Сларк вернулся. С новыми силами. 3800 на кошельке есть. Все, бэк. Я бэк ушел бы. Пора. Хороший купол был, но они все равно проиграли эту драку. Кто там остался? Вара. Вара убежит, если что. Его сейвить не надо. ГГ. Я не хочу умирать. Я умру тоже.
Найс, ну буду драться уже. Вот как обычно, ребят, это называется... Вон, 159 агил, он просто набрал агилу и все. Вот и все, весь смысл Сларка. Он просто, если его не убивают, посмотрите, просто какие статы, 300 дэмэджа с руки просто. Просто это Сларк. Ну, помойный персонаж. Я ненавижу просто этого персонажа, ненавижу тех, кто их пикает, этих. Он просто тянет эту игру помойную. Просто тянет эту игру. Даже в итоге может выиграть этот персонаж. Просто агил. Уйди, что ты там делаешь? Форсуй себя, убегай. Просто беги на всех парах. Да уйди, 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 уйди. Что ты делаешь? Уйди просто и ничего не делай там. Просто нужно уйти. Сларку нужно вон, он агилу потерял уже, 150 дэмэджа у него. Так, ну я не знаю, там гоуст, посмотрите у него. Слушайте, как вариант сделать диффуза. Давайте сделаем диффуза. Ману будем жечь. Гоу, смотрите, мид ломают просто. Вообще, а варвары, варвары просто конкретно, я вам отвечаю. Гоу, закидывай голема, фатал, боунс, и все, и поехал. Да, хавай меня, точняк, красавчик. Все, баш вылетел, ребят. Захиливаем. Ковтрон. Просто надо идти заканчивать. Сларк, конечно. Ставр просто заберем и все. Лича можно загрызть. Захилимся. Оп. Но больше потеряли, чем захилились на самом деле. Гоу, гоу, гоу. Жопа горит у Найкса. Идем заканчивать. Но я бы ушел на самом деле. Сейчас Сларк придет. Он меня будет бить, да? Все, настакал он. Надо драться. Да. Такое. Такие размены. Кто байбэкнулся еще? Войд байбэкнулся. Молнии не хватает, ребят, еще до кучи, прям чтобы... Это диффуз собрал тупо от пуджа, чтобы быстро пойти сейчас закончили. Пошли закончили и топ гоу сейчас. И все. Топ гоу и все. Топ запушим. И гг. Войд с диффузой тоже зачем-то. Нас тут не покупал еще никто. Никакие гоусты. Что там, муншарт? Это Сларку, скорее всего, прилетел. Ну, Сларк, я не знаю. Их там 4, и Сларк, в принципе, мы не убиваем. Нам, в принципе, нечем его убить. Мы его не контрим. Мы не можем его законить. Господи, посмотрите, какие у него слоты. У него 3000 хитпоинтов. У него сия. Муншарт, как таким Сларком можно вообще проиграть? Как таким Сларком можно проиграть? Я бы в соло затушил эту игру. Серьезно. Посмотрите на наш пик. С Ларком просто в один, одному, вот просто его выцепливать нас, все. Абадона изи он убьет. С Ларка, посмотрите, просто 172 агилы, это просто жесть. Стрёмный персонаж, очень стрёмный. Ой, ну не убьете вы его так. А, сейчас опять агилы дадут пацану. Да, все, ГГ. Минус сторона. Боже, размотали там даже, да? Ничего себе.
Надо вместе бэк. Или, не знаю, оставаться. Но он сейчас вернется. Он не уйдет отсюда. Все, Лотар зашел, неуязвимость равно. Иди сюда, куда пошел, сладенький. Стой, ну диффуз не буду резать. Ой-ой-ой, Сларка убили-то. Да. Какие же сладенькие. Просто гоу по топу, просто. Сейчас по миду, мид крипов. Все, байбэк сейчас будет от Сларк. Господи, это так вкусно сейчас было. В Абадона в Хуска вгрызаешься. Хускар не любит дэмэдж, Абадон его очень жестко бьет. Очень прям. Есть у нас Сакрет, еще один. Гоу лича прим. Надо будет застилить его с Дескойла. Сколько там хитпоинт? 500. Тычка Баратрума. Дайте мне, плиз. Курочку тоже. Прикольный спелл Дескойл. Можно и застилить, можно и убить. Так, Войт треснулся, да, у нас Войт треснулся. Ну, пока, бро. Я на подсейве постою. Ну как на подсейве? Эх. Ризает Куру. Найс, ну я подсейвил пацана на самом деле. Кто-то меня еще подсейвил. Не надо. Ребята, хил нужен будет. Нужен будет хил. Хилят меня. Сларк 8 секунд. Найс. Гоу, возвращаемся, гоу. Все на меня сыграли, так сказать. Сейчас Сларк вышел уже, Б. Я тут умру сейчас один, ну просто надо драться до последнего же. Он на мне просто стаки набирает, 135, ребят, просто на мне стаки набрал. Пацан, ну, у них там падает сторона, вот эта ката, к сожалению, бьет не то, что нужно. А, ну, просто набирает стаки, изи. Вот для Сларка это изи просто. Просто на самом деле это рили для него изи катка, но он просто слабый, он не знает, как на этом герое играть. Просто это жесть. Ну, такой персонаж. Прикольный. На Сларке челик. Сейчас пойдет в наглую ломать такой. Я сейчас сломаю, если у нас только Вейл не умрет тут. Да пусть пушит, но зачем ты туда идешь? О боже, он не попал прыжком. Как же повезло. Как же повезло. Найкс у нас вышел, но он побежал. Вот такой животничий. Стандартный этот, знаете, животничий на Сларке. А сейчас мы наблюдаем, как дикий млекопитающий питомец жабы пытается нам спушить. Это особый вид животного. Это животное обитает на одном КПТСе. И его очень легко поймать. Да, несу, конечно, какой-то бред, но что делать, пока респаунимся, надо как-то развлекаться. Это особый вид животного. Даст и купите. Мне медаст надо выкидывать уже. Да нам даст и нужно надо гем взять тупо в наглую за контри Сларка этого. И усё. Там Рошан, скорее всего, пошел, пока у него стаки. Скорее всего, он Рошана пойдет. Я пойду еще скину медаст. Да, Рошана забирают они. Поэтому идем сюда. Пинаем крипов. Забрал половину крипа с Fatal Bounce. Там весь дэмэдж, который наносится, сразу идет. Так, но у него упала агила. Ой, спасибо за подписочку. Надо на байбэк оставить полторашечку. Там голем закидывается, там смерц просто всем будет.
дичь лесная. Сам в лесу стоял, чтобы вы понимали. Гоу. Гоу, 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 гоу. Да он вас просто зонит. Гоу в наглую. Гоу в наглую. Опа, не-не-не, не хочу так. Гоу. Закидываются големы просто. Вот этому пацану надо обисало кидать. Ой, изи просто. Ой, просто изи. Вот этому лоху. Но нету дастов, ребят, нету дастов. У нас даже на хайграунде с Ларку уходит Лотар просто и живет. Даже может сейчас убить, попробовать Найкса. Нет, Найс. Кто там? Вон он, Сларк. Медас продадим, ребят. Продадим, купим шард. Все, гоу. Бара должен детекшеном заниматься. Ну, просто 13 урн. Урну продай просто и все, и играй. И все. А у него 13 урн. Да, лох. И не, все равно убежал. Смотрите, как он убегает. Просто это эскейпер чисто, это жесткий эскейпер. У нас умер чел на варлоке, к сожалению. Это очень прискорбно. Ну, я не знаю, что он там внизу делал. На самом деле, могли сейчас просто пятером пойти и закончить. Как же растянута игра уже. Так растянулась, ребят. 44 минут, хотя эта игра была выиграна на 20-й. Все потому, что ливнул лич. Именно поэтому так быстро с Ларка слоты получились. Вместе, вместе. Вместе. Ребят, ладно, я беру гем. Потому что мы так никогда не поймаем его, если я не возьму гем. Гоу, убьем его. Лоха этого. Гем летит. Можно, в принципе, забайтить, типа, я тут один. Все, я понял. Tread lightly. What is it now? Speak, fool. What is it now? Возьми ты гем. What is it now? No one. Пацан играет. Но у меня тоже 15-5, но у меня не такой имбовый персонаж. Что, будем драться? Абиссал в КД. Лайкс надо захилить. Так, ну это плохо, это очень плохо. Но надо допушить туда уже. Раз взялись. Хорошо. Все, уходим отсюда. Давайте побайтим пацана. Он меня убьет. Тут без вариантов, это Сларк. What is it now? Speak.
Сларк, который пытался смочь. Лезь. Я в стаке. Дефин тупо. Свой ЛФК встал. Куда ты, куда ты? Ну он тебя сейчас принимать будет. У него же там стаков полно. О боже, не-не-не-не-не-не-не. Это же Сларк, ты что? Смотрите, как он дамажит. А, так мы проиграть сейчас можем, лол. Ребятки. Он что, вышел или что? Смотрите, что делает, серьезно? Ребят. Есть глиф у нас еще. Это такая нелепая смерть была, но он мог. Ой, лох, ребят, ну надо идти заканчивать, надо идти заканчивать. Или ГГ. Это такой дисбалансный персонаж, вы сами видите, он даже в бэкдор систему, ну хоть у нас тут были крипы, но он просто вот эти бараки в бэкдор систему он может спокойно спушить. Ох уж эти сларки дисбалансные, ребятки, ничего не поделать. Ну идем, last way, мега крипы, 70 секунд, должны запушить спокойно. Абиссал 15 секунд. Тут кто-то идет вардик ставить. Да, вардик поставил лично. Остану лича сейчас надо будет принять. Снимем его. Лихузой. Вот так вот. Грызться надо вот по этого пацана. Вот так вот изи сларков побеждаем, ребят. Такие жесткие сларки были. Nice, я считаю, что игра была прикольной.